сказал, и пойдет вперед. Но нет, такого, конечно, не будет. Очки слишком нужны. Авантюризма не надо. Но очень хорошо. Мы видели, 5 человек убегают сразу в отрыв, в атаку. То есть как раз игра на контратаках, она довольно, ну, нередко приводит к успеху. Итак, Шатов или Халк? Шатов в ближний угол! Олег Шатов. Хитрый мяч для вратаря. Очень сложный. Мяч ударился в землю. Сейчас мы увидим повтор. 1-0 повел «Зенит», и Олег Шатов со штрафного. Халк уступил, помните, 28 февраля матч на кубок. И вдруг Маурисио просит Халка: дай я пробью. И Халк ему уступил, и Маурисио забил. И сейчас Олег Шатов попросил, и он забивает. Ну, смотрите, вот как коварно мяч бьется перед землю, перед голкипером. И он не рассчитал. Ну и обратите внимание, что стенка рассыпалась. Вот прям во время удара почему-то в разные стороны разнесло футболиста. Вот это безобразие. Да, это нарушение игровой дисциплины. За это тренер ругает очень сильно. И правильно делают. Ни в коем случае стенки нельзя разбегаться. Надо стоять уже до конца. «Зенит»